Привет, это Валера, магазин ролики.ua. Сегодня в нашем обзоре Бавар Станд, трюковой самокат от бренда Бавар. Бавар – украинский бренд, что значит, проектирование, дизайн и конструкция всех изделий компании разрабатываются в Украине. Произведена модель на известном заводе Urban Scooter в Китае. На нем же производятся такие бренды самокатов, как Native, Aztec, Blunt и другие. Сразу отметим, самокат бюджетный, сделан для тех райдеров, которые только делают первые шаги. Не ожидайте от него слишком многого. Теперь давайте поговорим о деталях. При первом знакомстве мы видим самокат на хик-компрессии с интересным дизайном и хорошей сборкой. Данная модель подойдет на детей и подростков ростом от 110 см до 165 сантиметров. Что мы видим на данном самокате? Дека алюминиевая, рабочая поверхность которой составляет 34 сантиметра. Руль и вилка сделаны из стали. Высота самоката составляет 86 сантиметров. Колесо со 110 диаметром и алюминиевой ступицей. Прочный U-образный руль с мягкими грипсами. Прочная дека со среднезернистой шкуркой. Если вы ищете недорогой, качественный и яркий трюковой самокат с хик-компрессией, Бавар Станд – хороший вариант. Кстати, купить этот самокат вы можете в нашем магазине ролики.ua по ссылке в описании. Не забываем поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Также, если хочешь увидеть новый обзор на конкретный товар, пиши о своих пожеланиях в комментарии. На этом все. С вами был Валера, магазин ролики.ua. До новых встреч!